В рамках формирования регионального сосудистого центра для больных с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом здесь, на третьем этаже взрослого корпуса больницы Ваныкина на территории Мира-11 планируется установка ангиографа, на котором будут проводиться коронарографии, стентирование и ангиографии для пациентов с ОКС с острым коронарным синдромом, для пациентов с ОНМК, острым нарушением мозгового кровообращения и при другой патологии. Также на этаже формируется кардиологическое отделение, который будет занимать два этажа на 60 коек. И, в частности, здесь, на этом этаже, где мы находимся, будет формироваться блок интенсивной терапии для больных с острым коронарным синдромом на 12 коек. Аппарат «Ангиограф» закупается по программе, по национальному проекту здравоохранения в рамках проекта, национального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Это серьезный аппарат, в котором нуждается регион, благодаря чему в регионе будет 3 ангиографа, которые будут работать именно для оказания помощи больным с серьезной сосудистой патологией, с сосудистой катастрофой, с инсультами, с инфарктами, а также для пациентов с нестабильной стенокардией и для пациентов с хронической патологией сердца, когда-то также показано проведение коронарографии и стентирования. Ремонтные работы начаты в конце лета и планируется установка ангиографа и начало работы кардиологического отделения на 60 коек с блоком интенсивной терапии на 12 коек к концу 2020 года.